Кто тут спит? Кто спит в домике? Кто спит в домике? Алисенька спит. Алисенька приболела. Целый день ничего не ест, только водичку пьет. Отдыхает под навесом. Даже ухом не ведет. Такое соорудили ей, чтобы вроде как под навесом, а в то же время есть чем дышать. Друзья, всем привет! На днях заходила в магазин Home Market. Анютка, тебе привет! Ты его немножко рекламируешь. Решила тоже заглянуть, посмотреть вообще, что за магазин. Написано «Все для дома по низким ценам». Я вам скажу, цены, конечно, вообще не самые низкие. Вот у меня тут каталог, вы можете видеть примерно какие расценки. Например, совершенно недавно я вам показывала набор кисточек из магазина «Заодно» для дизайна ногтей, которые там я купила за, по-моему, 29 рублей. А здесь этот набор стоит около 150 рублей. Вот те же, например, там лаки для ногтей, они 56 или 59 рублей самый дешевый. Вот, то есть, ну, не самый дешевый магазин, я бы так сказала, носки 59 рублей. И то не полные носки, а как бы недоноски. Вот. Игрушки. Какие-то штуки. Ну, в основном, да, то есть, это товары для дома такие, товары для уборки, для ухода за домом. Коробки вот эти красивые безумно, но вот не было их. Вот этих было много, но я там не было цены, я не знала, сколько она стоит. А у этих не было крышек, сами коробки были. Но я что-то смотрела, думала, брать или не брать. Вот. В общем, такое. Взяла еще Алиски, вот такие корма были в наличии для пробы. Тушенки, по-моему, не было, поэтому не взяла. Вот, и в общем, хотела вам показать, собственно, мои скромные покупки. Взяла Алиски вот такую мисочку. Она стоила, по-моему, 32 или 39 рублей. Ну, на дачу, потому что мы на дачу всегда берем из Москвы, а тут у нее будет своя мисочка. Ну и, конечно, розовенькая, потому что девочка. Ну и как же я могла уйти из магазина без семян? Просто не могла. Покажу вам, что я взяла. Взяла и берез. Вот такую розовую смесь. Я уже сажала белый берез. Он не любит пересадку. Его нужно сажать непосредственно в открытый грунт на постоянное место. Но это потрясающий цветочек, рекомендую. Взяла розовый, такого не видела. Махровая настурция. Вот. Виола белая, это для мамы взяла. Так, агератум белый, я такого не встречала. Как вы знаете, я его люблю, поэтому взяла. Такие анютки. Тоже для мамы. Рогатая фиалка, тоже для мамы. Она любит вот эти все. Так, вот такой вот баклажан взяла на пробу. Баклажан никогда не сажала, посмотрим. И вот такой вот еще взяла тоже попробовать. Так, а это, по-моему, я уже в Пятерочке брала. Как вы знаете, я сажаю редис 18 дней и всем его рекомендую, но тут увидела 16 дней. То есть он, по идее, еще быстрее созревает. В общем, взяла на пробу. Расскажу, как вкусовые качества и вообще стоит ли оно того.
Так, из цветов взяла вот такой флокс смесь. Вот это однолетник. И еще взяла тыковку. Написано, что тыква с ароматом дыни. Вот, так что вот такие семена. Не знаю, буду ли сажать в этом году, может быть, в следующем году. Посмотрим. Друзья, хотела показать вам свою рассаду. Это у меня здесь анютины глазки уже. Ну вот пока вот такие вот, хотя уже вторую неделю в таком состоянии. Не знаю, они сильно вытянулись и пока что вот дальше не растут. Не знаю, как-то листики дальше не появляются. Может быть, им холодно тут от подоконника. Вот, пересадила я вот этот цветок. Не знаю, как называется, напишите мне. И он зацвел. Мне так нравятся эти маленькие цветочки. Вот, и дальше к рассаде. Значит, тут у меня зашла лобелия. Но я пока одела опять пакет, потому что она очень маленькая. Вон, видите, чтобы немножко она поднялась. Вот. Хорошо взошла, дружненько. Это, по-моему, единственное, что взошло из цветов. Вот. Еще у меня здесь клубника. Ну, вот так скудненько взошла, да, и пока еще как-то не увеличивается. То есть, опять же, листики новые не появляются. Вот. И вот тут вот я хотела вам показать. Я посадила новым для себя способом в улитку перец. Вот, как видите, сколько там? 7 рулетиков. Стоят уже 2 недели. Ничего не всходит. Вот здесь не появляется. Я не понимаю, как это должно происходить. В общем, пока еще оставляю, пока есть время. Оставлю еще на недельку. Потом думаю, что буду сажать традиционным способом в горшочке, потому что 3 недели стоит, да, и ничего не выросло. Никаких ростков не появилось. И, я не знаю, кто пробовал сажать в улитку, напишите, как вы делаете. Получилось у вас или нет, выросло что-то. Я просто как бы услышала, да, этот новый способ, решила попробовать. Потому что место очень сильно экономит, конечно. Чем если бы здесь вот там 4 таких лотка стояло. Конечно, лучше вот так вот. Но когда ничего не вырастает... В общем, напишите в комментариях, кто сажал. Вот, и на батареях у меня вот так вот стоят. Но пока что скудно. Ничего не сходит. Грусть, печаль. Вот. Кто это тут? Алиса. Первый раз на свое кресло залезла зеленая. Алиска. Вот все надо вынюхивать. Везде понюхать. Проверить. Проконтролировать. Алиса, сосиса. Вот ходит, нюхает все. Что тут такое? Что такое, Алис? На столе. На стол надо залезть, на мамкин. Проверить, что там. Что там? А? Кто это, Алиса? Кто тебя постоянно снимает? Кто постоянно снимает Алиску? Ну, куда ты нос тянешь? Да, у нас тут... Ой,
У нас тут стала еще большая разруха. Это специально для тех, кто не знает, что написать в комментариях. В этой комнате стало еще хуже, чем было. Тут куча сломанных старых стульев, которые мы сейчас склеиваем, ремонтируем, чтобы на дачу забрать. Вот. Ограда дожидается весны. Ой, я только встала сейчас. Утро у нас. Еще даже не умывалась. Хотела вам снять свои мысли по поводу рассады. И Алиска тут красиво села. Вот окно, да. Вон там тоже рассада, но пока что только неделю стоит, поэтому пока ничего нету. Вот лобелия только взошла. А так пока ничего нету. Вот. Вчера заполняла ежедневник. Да-да, помню, надо видео. Давно вы меня просите, но как-то пока не складывается. Может быть, даже на этой неделе. Ну, не будем загадывать. Очень много планов, очень много идей, и надо все по порядку. Вот. На столе, как видите, хаос. Хаос просто гигантский. Вот. Там стопка, я никак ее не разберу. Эти самые семена тут стоят, потому что больше пока некуда поставить. Это пришла мне посылка от Бакздрав для кваски. Но не могу пока сделать. У нас не нашелся пищевой термометр в квартире. Куда-то он делся. Вот, в общем, в аптеках рядом нету. То есть, не знаю, короче, я пока не решила, где его брать. Поэтому и видео не выходит. Вон, забралась. На этой позитивной ноте, Алиса, давайте закончим. И увидимся с вами в следующих видео. Дайте поспать, говорит Алиса.